Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Власне, ми згадали, пане Романе, про безпілотники в першу чергу, далі балістика. Безпілотники, сили безпілотних систем продемонстрували, що вони ліквідували російський БУК М3. Наскільки я розумію, це така нова, відносно нова зброя російська і не дешева. Ну, БУК сам по себе неплохая машина, она там была малой дальности, сейчас уже можно ее считать средней дальности. Они, БУК М3 это уже 70 километров, они уже практически дотянулись до дальности первых стартовых С-300. Хотя сама по себе машина считается армейского уровня, но 70 километров это серьезная заявка, потому достать ее было, это дело чести. Как только ее определили, ее местоположение, туда выполнили боевую задачу наши беспилотники. Причем соотношение довольно-таки серьезное. Десятки миллионов стоит БУК долларов, а был уничтожен в 500-долларовым беспилотником. То есть, по большому счету, вот соотношение и по вложениям финансовым, и по выполнению боевой задачи. Это вроде как новейшая система, зенитно-ракетный комплекс, который был уничтожен аэроцелью. И тихоходный, неманеврирующий и, по большому счету, недорогой. То есть вот такой подход, вот сейчас война, есть определенный период, пока не создадут серьезных систем радиоэлектронной борьбы, пока РЭБы не затушат все, что двигается в воздухе. У нас есть лаг по времени, чтобы можно было с помощью беспилотников решить эти вопросы. Следующий шаг – это будут уже беспилотники на искусственном интеллекте, которые машина будет сама принимать решения по вычислению целей, выходу на цель, уничтожению и так далее и тому подобное, без связи с оператором, без связи с материнскими базами. Почему? Потому что РЭП заглушит, ну, есть эти механизмы, они уже развиваются, эти системы. Россияне их очень мощно развивают по разным направлениям, начиная от индивидуальных и заканчивая объектовыми. И впереди, в принципе, видно как раз вот это отсечение управления любым беспилотником, даже связи со спутником. Значит, впереди работа с машинным інтелектом, тобто з машинним зрінням, ну і так далі, тому подобне. Ну, власне, ми вчора з вами згадували про цей от стінг, який нібито розробляється в Україні, він на штучному інтелекті. Напевно, це ті самі розробки. Пане Романе, є в нас відео, як наші сили оборони працюють по шахедах. Давайте ми подивимось, а далі з вами проговоримо. Падає, куди він падає? Дивись, шахеда збили. Заявлено, що Мі-24 наш ліквідував російський іранський шахет в небі. Пане Роман, взагалі, наскільки доцільно і наскільки якісно працювати гелікоптерами по шахедах? Так сложилось, в 95-му году наш полк Конотопський переводились з Л-39 істребителей на Мі-8, Мі-24, через Мі-2. Тобто на вертольотах політав ще полтора года на Ми-24. Неплохая машина, выполнит эту задачу довольно-таки легко. Могу сравнить, в принципе, выполнение задачи истребителем, допустим, уничтожение тихоходной малозаметной цели. Очень сложно это сделать на большие скорости. Естественно, прицелиться практически невозможно. А вот вертушкой довольно-таки успешно. И причем и одним, и пушкой, и пулеметом, то есть можно работать по шахедом, и в принципе это один из механизмов уничтожения. Скорость, в принципе, позволяет, шахед идет на скорости 180 км в час, примерно 180, вертушка может идти со скоростями до 250 км в час, потому плюсом еще 70 км есть, она и выйти может, выполнить боевую задачу. Вопрос, где? Если это в районе, допустим, в районе линии фронта, то есть вертушка может попасть под удар ПВО противника. А вертолетом можно работать, допустим, на больших от линий боевого соприкосновения расстояниях. Единственное, что, конечно, полет довольно-таки недешевый, ну и скорость не позволит несколько задач выполнить одновременно, как, допустим, самолет. Оптимальный вариант вообще-то для уничтожения шахедов, если управляемыми средствами, это легкомоторный штурмовик. Пулемет, с пулеметами. Вот это самый оптимальный вариант. Часть полета $500 стоит,
пулеметные ленты, они в принципе недорогие, то есть имеется в виду снаряды как таковые. И летчик может скорости около 500 км, 500-600 км в час, летчик может за час полета уничтожить не один шахет. Вертушка это не сможет, у нее скорость все-таки не такая большая. Потому и выполнять можно, в принципе, это, так сказать, в принципе, небольшая проблема, но эффективность, конечно, до эмбраеров, до вот тех же штурмовиков, мы как-то проговаривали, супер тукана, конечно, далека. Пане Романе, і епопея з перекиданням військ Північної Кореї продовжується. Я так розумію, що Південна Корея реагує в тому регіоні, як країни Балтії, Прибалтики в нас. Тому що от Південна Корея каже, що представник їхній, що Росія може надати ядерні технології в обмін на військових. Також повідомляють наступне, що Сеул може навіть перекинути якийсь рот військ до України, якщо стане відомо, що Північна Корея, а ворог Південної, хоча вони не хочуть воювати з ними, відповідно, з'явиться на фронті з Україною. Наскільки це взагалі реально? Ну і аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що насправді тепер для Путіна є велика проблема, якщо він запросить, так би мовити, північні війська корейські, що може з'явитися Південна Корея на фронті. Ну, линейные части вряд ли появятся, допустим, но линейные вдоль линии боевого соприкосновения, которые будут непосредственно выполнять боевые задачи на ЛБС. А вот части сопровождения, тыловые части разведки, особенно разведки, некоторые системы, допустим, дальних средств поражения, те же беспилотники, то есть много таких механизмов, которые нам бы могла передать Южная Корея, естественно, и в том числе своих военнослужащих. Это могло быть уже и в официальном режиме, это не натовская страна, то есть это раз. Второе, мы уже как-то проговаривали, Южная Корея хорошая делает авиационную технику. Те, само собой, и наземную, вот у них очень хорошие танки, К-2, отличный танк, в первой десятке на уровне Меркава. Примерно так. На уровне Абрамсов, Леопардов вторых, Челленджеров. То есть К-2 неплохой танк. Поляки взяли из этого танка некоторые части. То есть себе создают уже свою технику. Т-50 самолеты. Тоже отличный самолет. Уровня Ф-16 по некоторым показателям даже лучше. Два летчика. Опять же поляки сейчас закупают вторую эскадрилью. То есть для нас важно с Южной Кореей завязать военные отношения. Помимо того, что экономически уже давным-давно должны были быть, как и с Японией. У нас просто торчат китайцы почему-то. Иранцы, китайцы, те, которые против нас же и воюют, нас убивают, они у нас в приоритете в экономике. А те страны, которые могли бы нам помогать, и у которых намного лучше та же микроэлектроника и все, что они производят, они почему-то на задворках наших отношений. Это вопрос к нашим канцелярским, в конце концов. Надо переориентироваться. Вот сейчас хороший момент переориентироваться на контакты с Южной Кореей. Тем более Южная Корея сейчас обозначена как распорядитель средств GCM для помощи, военной помощи Украины. Вот оптимальный вариант, как завязаться с Южной Кореей. Если этот вопрос еще сейчас прощелкаете, это я канцелярским этим товарищам говорю, ну так вам тогда пора уже на выход. Собирайте чемоданы и чемодан вокзал Россия. Ну, в конце концов, уже сколько, 6-й год сидите, пора уже потихоньку думать о перемещении в края не столь отдаленных.